На встрече с главой региона представители Совета Федерации отметили, что Забайкальский край имеет ряд проблем, связанных с национальными программами и задержкой их реализации по сравнению с общероссийскими показателями. Это они связали с размерами края, а также большой удаленностью и разбросанностью населенных пунктов. Глава региона, в свою очередь, отчитался о положительной динамике в создании территории опережающего развития и в реализации программ, направленных на освоение полезных ископаемых. Необходимо осваивать шестой рудник, то есть рудное тело осталось там. А для него необходимо провести подготовку инфраструктуры, выкачать воду оттуда, там для этого нужны специальные очистные сооружения. Правительство Российской Федерации выделило достаточно большие деньги. Решение этого вопроса позволяет нам обеспечить долгосрочное будущее для Краснокаменска, для имеющегося там горнодобывающего и гидрометаллургического комплексов.